Если ты хочешь, чтобы у тебя на YouTube было 10 миллионов подписчиков, тогда поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Allplay. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами сыграем в игрушку, в которой нам нужно пройти эволюцию естественного отбора. Играть мы с вами будем за такого вот маленького паука, который пока что будет ловить мух. Есть у нас здесь две зеленых мухи. Сперва ловим одну. И потом ловим вторую. Если вам эта игрушка понравилась, обязательно поставьте лайк, кто этого еще не сделал. Но мы с вами начинаем играть. И того всех троих мух в этом уровне я тоже поймал. А здесь у нас, ребят, появилась пчела. Она у нас желтого цвета. Я ее буду ловить тоже. А, нет, пчелу я, оказывается, поймать не могу. Глядите, пчела меня ранит. Она меня жалит и, соответственно, я проигрываю. Значит, здесь у нас есть зеленые мухи, которых мы обязаны поймать. Ой-ой-ой. И есть у нас вот эти вот желтые пчелы, которые будут пытаться поймать именно меня. А как нам это сделать так, чтобы нас не поймали? Наверное, нам нужно, знаете, что сделать? Наверное, я сейчас буду ловить этих зеленых мух. Тогда пчелы будут... довольно далеко от меня. О, нет, опять меня поймала пчела. Ну что ж ты будешь делать? Как мне убежать-то от нее? Так, одна. Так, здесь у нас вторая. И вот последняя, третья. В этом уровне мы с вами всех троих мух наконец-таки поймали. Следующий уровень. Опять одна зеленая, одна желтая пчела и две зеленых мухи. Опа. Ай-яй-яй. Ну, да, последнюю зеленую муху мы с вами опять поймали. Кстати, у нас есть магазин, и в этом магазине есть у нас три каких-то пассивочки. Например, магическое облако, какой-то энергетический напиток, и, походу, вот это вот первое, что-то там с временем, возможно, все замедляется. Ну ладно, пока ничего мы с вами покупать не будем. Сыграем этими силами и сыграем без этих пассивок, ну а потом со временем обязательно купим их. Тут у нас локация, кстати, поменялась. Нужно нам три зеленых мухи поймать, и всех трех зеленых мух я поймал. Тут что? Опять три зеленых мухи. Ай-яй-яй, шершень это ко мне продвигается. Быстро убежать. О, нет, он меня опять загнал в угол. Вот смотрите, я двоих зеленых мух поймал. А он меня, кстати, в угол загоняет. Ну что такое? Зеленая мушка одна. Хорошо. И сейчас будет у нас зеленая мушка еще одна. Давайте вот эту поймаем. Хорош, осталась у нас тут последняя зеленая муха, которую нам тоже нужно поймать. И мы ее с вами ловим. Всех мух я поймал. Так, следующая карта, следующая эволюция. Здесь у нас две мухи и один шершень, опять же. Можно попробовать сейчас как-то, ребятки, его в угол чуть-чуточку загнать. Так, одну поймал я, зеленую. И вуаля, у нас две зеленых мухи пойманы, вот последняя, третья. Все, этот уровень мы с вами тоже проходим. Следующий уровень, здесь у нас похожая ситуация. Сперва тебя ловим. Так, дальше давайте еще одну поймаем. И вот здесь, походу, последняя третья муха будет нами тоже поймана. Ребят, мы с вами пока все делаем правильно. Продвигаемся дальше. Первая, вторая. И еще вот последняя третья. Так, ну лови. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Глядите, эта пчела защищает реально их. Как только я нападаю на этих мух, она сразу же где-то возникает, непонятно откуда. И начинает меня прессовать. Так, стопарики. Давайте вниз. О, бегом, бегом, бегом на другую сторону. Так, еще чуть подальше. О, и вот последняя мушка. Нормально, тут мы с вами всех поймали. Двигаемся опять дальше. У нас локация опять немножко поменялась. Ой-ой-ой, здесь у нас уже две этих мухи, ребят. Ой, два шершня, видите? Два шершня, две зеленых мухи. Тут будет посложнее играть. Ого, даже если я не двигаюсь, меня все равно ловят. Одна. Одна. Так, сюда вниз. Ну, давай бегом, бегом, и последняя, вторая тоже поймана. Да, тут нужно, оказывается, еще довольно быстро двигаться. Паук наш в углу забился. Так, ловит одну. И сейчас еще одну. Вверх, 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 вверх. Ну, что ты будешь делать? Ребят, давайте, наверное, что-то купим. Смотрите, есть у нас тут магическое облако, энергетический напиток или вот это вот время. Давайте выбирать, наверное, облако, потому что оно пока самое дешевое. Платим 2500. И мы превращаемся с вами в облако. Вот оно что. Значит, я здесь просто могу этих мух ловить. И мне за это ничего не будет. Да, глядите меня. Видите, эти пчелки не трогают. Интересно, сколько этот напиток будет действовать. Все, ребятки, он больше не действует. Ай, меня поймали. Значит, когда мы с вами выпиваем этот напиток,
очень важно быстро-быстро всех этих мух поймать. Так, одна, вторая, и... А что такое произошло? И меня пчела поймала. Да что ж ты будешь делать? Я уже 5000 потратил, но никак этот уровень не прошел. Не могу пройти его, мне постоянно ловят пчелы. Давайте сейчас еще раз. Опа, одна муха. Куда ты пошел? Плохо, знаете что? Что этот паук, когда он поймает муху, он куда-то, короче, улепетывает. Он на одном месте не стоит. Смотрите, одна муха. Так, дальше вторая муха. И вон там еще одна. Еще одна осталась. Нет, ну как так-то? Опять меня зажали в самый угол. Ребят, это очень сложный уровень. Я даже не знаю, как мне его пройти, честно говоря. Давайте, наверное, опять выбираем это облако. Сперва попробуем мы с вами без облака сыграть. Так, теперь превращаемся сами в облако. И погнали. Одна мушка и вторая мушка. Ху, наконец-таки этот уровень прошел. Не прошло и полугода. Еле-еле душа в теле. Так, а тут у нас появилась какая-то больная муха. Есть у нас вот зеленая. И есть у нас желтая. Ну, желтую, походу, ребятки, вот эту муху я трогать не буду. Ну как, она не желтая, она такого салатового цвета. Она реально больная, и мне, наверное, ее трогать нельзя. Куда ты полез? Видите, этот паук, короче, какой-то термоядерный. Бегает непонятно чего, непонятно куда. Ладно, давайте сыграем, все-таки уровень пройдем. Что-то мы так с вами довольно долго в него играем. Так, первую муху я поймал. И погнали вон туда вот вниз. И последняя муха тоже нами пройдена, поймана. Здорово. Уровень у нас повышается. Здесь у нас будет уже сколько зеленых мушек побольше стало. Кстати, меня поймали 3 зеленых мухи и вот эта вот одна больная желтая. А, ё-моё, ну как так-то? Сложно играть, очень сложно играть, когда я играю один против этих вот противных шершней. Так, еще одна зеленая. Давайте сейчас это все обойдем. И вот последнюю муху мы с вами наконец-таки поймали. Тут у нас больная эта муха, мы ее не трогаем. Ну отвали. Зеленую поймал. Одну. Еще одну зеленую сейчас поймаю. И последняя зеленая мушка. Так. И давай ловим ее. Да, ребятки, отлично, эту муху тоже поймали. Но вроде я когда же нашарился уже играть в эту игрушку. Кстати, у нас опять локация поменялась. Мне кажется, что уже я... Ой-ой-ой. Более-менее уже нашарился в нее играть. Так, быстро-быстро убегаем. Еще одну зеленую муху мы поймали. А, тут меня зажали. Прям зажали реально по углам. Сперва тебя. Теперь тебя. И теперь убегаем. Ну что ты будешь делать? Эти вот шершни, они реально... не дремлют. Ладно, давайте заплатим 2,5 штуки и выберем мы с вами это вот зеленое облако. Так, превращаюсь я в облако. Ой! Ну вот видите, я получается, что ловлю муху и не стою на месте, а куда-то ползу. Вернее, не я, а паук этот. И врезаюсь в пчелок этих. Поэтому не получается прям так сыграть идеально. Зеленую сейчас поймаю. Нет, не поймал, меня сожрали. Ну что ж такое-то? Давайте эту попробуем поймать. Сюда, сюда, сюда. И вот одна, и вот еще одна. Наконец-таки, наконец-таки уровень пройден. Кстати, 820 монеток за этот уровень мне заплатили. Хорошо, следующий уровень. Опять локация у нас прежняя. Нужно отсюда улепетывать. Но не так-то просто отсюда улепетывать, потому что меня тут зажали со всех сторон. Двух мух я, кстати, уже поймал. Нет, и последняя, еще одна. Но как выбраться отсюда, если меня окружили со всех сторон? Давайте, наверное, опять купим это облако магическое. Так, ну и сыграем за это облако. Так, одну мушку зеленую, еще одну мушку зеленую. И что? Последняя где-то вот внизу должна быть. Ну да, последняя муха, мы ее с вами наконец-таки поймали. Тут благодаря этому облаку я уровень прошел. Посмотрим, что тут дальше будет. Так, сперва ты. Ай-яй-яй, еще одна муха зеленая. Ай-яй-яй-яй, тут некуда уже убежать. Видите, тут нету ни одного места, где можно спрятаться. Ну, отстань, отстань, пожалуйста, отстань. Нет, глядите, меня реально прессуют со всех сторон. И последняя муха, да, здесь я сыграл, в принципе, очень хорошо. Всех троих мух я поймал. Следующий уровень, здесь у нас будет опять 3 зеленых мухи. А, и меня сейчас поймали, да, меня поймали, увидели меня, короче, и укусили. Надо, наверное, выходить тогда отсюда. Зеленую мушку поймали одну. И зажали меня. Да, сложно, ребятки, сложно. Давайте, наверное, купим мы с вами это облако за 2,5 штуки. Так, сами превращаемся сейчас в облако.
Но никто не трогает. Одна зеленая мушка поймана. И... Ай, нет, и этот шершень все-таки. Как ты там оказался? Как ты оказался на моем пути? Так, тебя поймал. Отлично, убегаем. Теперь нам нужно вот сюда, вот раз и два. Фу, наконец-то, наконец-таки я все сделал. Не прошло, опять же, и полугода. Сыграем еще один уровень. Тут их уже будет три. Три шершня, три зеленых мухи и одна вот эта вот больная. Да, нет, загоняют меня, загоняют. Видите, они каким-то образом, я даже не знаю, как они меня чувствуют. Просто загоняют меня, короче. И все. Так, две я поймал уже мухи. И вот последняя, третья. Наконец-таки, наконец-таки я вас всех поймал. Следующая эволюция. Здесь у нас будет уже какой-то краб, походу. Или чертенок. Короче, есть у нас тут какой-то красный чувачок. Он меня будет ловить тоже? Кого ты будешь ловить? Ребят, по-моему, этот красный чувак меня не ловит, представляете? Ну давайте еще раз играем. Здесь уже два этих красных чувака будет. Ой-ой-ой. Смотрите, реально, они меня не трогают. Эти вот красные чуваки, красные эти чертенята меня просто зажимают. А, я знаю, что они делают. Они освобождают тех мух, которых я поймал. Вот оно что. Теперь я понял, что он делает. Оказывается, есть у нас типа что-то наподобие крабиков здесь. Если они увидели, что я поймал муху эту зеленую, они сразу же ее освобождают. А, смотрите, давайте купим это облако, наверное. Ну и попробуем мы с вами, ребятки. Так, одна муха. Где-то у нас тут еще одна муха. И вот где-то здесь будет сейчас последняя муха. Давай лови ее. А, вот, отлично. Тут мы с вами всех поймали. Получается, я ловлю мух. Эти вот красные крабики их освобождают. И нам опять нужно их ловить заново. Ай-яй-яй, меня укусили. Сыграем еще раз. Зеленая муха. Привет. Поймали одну. Теперь нам нужно как-то отсюда выбираться. Теперь мне нужно в самый правый... самый левый угол. Так, и да что ж ты будешь, практически достал, но эту муху прикрывал шершень. Ладно, еще раз переиграем, давайте. О, нет, поймал зеленую эту противную вредоносную муху, а ее ловить нельзя, никоим образом. Тут сложная ситуация. Смотрите, со всех сторон меня, короче, окружили, ну как так-то? Просто зажимают меня в угол, я не могу двигаться. Отцепись. Нет, опять зажали, видите? Тут они реально как будто чувствуют. Как будто знают. Так, вот первую зеленую поймали, отлично. И давайте еще одну ловим. Да, наконец-таки, быстренько-быстренько этих мух мы с вами схомутали. И прошли этот уровень сложный. Тут будет... Ай-яй-яй, тут будет уже, ребятки, опять сложно, потому что две красных, две желтых, две зеленых и одна вот эта вот салатовая больная муха. Нам нужно поймать только зеленых. Давайте опустимся пониже. Так, одна зеленая и вторая зеленая. Да, нам нужно было просто дождаться. Эти две зеленые мухи подошли в одну сторону, я их, в принципе, схапал. Так, давайте вот сюда пока. Дальше, 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 дальше. Одна зеленая. Эту зеленую сейчас освободят, походу, да? Так, одна и вторая. Давай, давай, давай. Ну что, прошел? Нет, глядите, я уже их ловлю несколько раз, этих зеленых, а красные их просто освобождают. О, есть у нас еще что-то новое. Какое-то новое существо. Фиолетовая. Ну, я ее ловить могу? Не, походу не могу. Давайте сыграем еще разочек. Что она делает? Она ничего не делает. Я ее ловить, короче, не могу. Быстро, быстро, быстро убираемся отсюда. А, встань. Так, одна зеленая поймана мною. А это уже, походу, на моей стороне или что? Что-то она, короче, по-моему, меня защищала, мне даже показалось. Что это за существо такое интересное, оранжевого, фиолетового цвета? Быстро отсюда. Зеленую поймали. Еще одну зеленую поймали. Здесь уровень прошли. Да, тут, короче, сложно играть, я вам честно признаюсь, ребятки. Прям вот этот вот уровень, я даже не знаю, сколько раз мне нужно переигрывать. Глядите, меня ловят, короче, в другую сторону куда-то пытаются меня оттащить, чтобы я этих зеленых мушек не трогал. Ай, попался опять. Да. Ай-яй-яй, нет-нет-нет, давайте попробуем еще разочек переиграть уровень, сперва зеленую ловим. И теперь попробуем с другой стороны обойти. Вот эту зеленую ловим, и ее прикрывает желтый шершень. Короче, самые опасные чуваки, это вот эти вот шершни. Сейчас, желтые шершни, я их буду ловить. Убегаем. Так, здесь нормально. По-моему, поймал всех.
нет, не всех, еще одна зеленая муха здесь осталась, и вот, быстренько, мы ее с вами поймали. Уровень, наконец-таки, у нас тоже пройден. Дальше тут у нас уже будет два фиолетовых существа. Ой-ой-ой, нам главное, знаете, от кого убегать? Нам самое главное, это нужно убежать от этих вот ос желтых. Ай-яй-яй. Если бы мы с вами убежали от этих желтых ос, то все остальные нам, в принципе, не помеха. Так, давайте сперва зеленую муху поймем одну. Так, быстро убегай, на что ты будешь делать? Так, желтая. Нет, поймали опять меня. Да, естественный отбор, ребят, здесь жесткий. Одну я поймал. Теперь мне нужно быстро и вот эту еще одну поймать. Да, наконец-таки. Ладно, ребятки, если вам эта игрушка понравилась и вы хотите продолжения, обязательно поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. С вами же был, как всегда, Alplay. Всем удачки, всем пока.